В натуре, что ли? Я сейчас приеду. Куда ты сейчас приедешь? Шан, там рамсы. И чего? Я, блин, уже оделся, но стол стоит на броне. Как сделать, как сделать? И меня попутал! Безвинно! У меня у сестренки мячик сдулся. Можешь просто приехать надуть его? Давай я Нурику наберу. Мы пойдем к его бате ключи возьмем, гараж откроем. Потом, короче, у него в машине вот есть насос. Еще иголка, да, есть для насоса. Как сделать, как сделать? Подожди зарядку. Да, зарядку, да? Так, как... Шандос, просто возьми и подай, хватит говорить, как сделать. Да вообще не вопрос. Шандос! Как сделать, как сделать? Шандос! Как сделать, а? Как сделать? Что случилось, Жандос? Вот это мужик, блядь. Вот это мужчина, ё-моё. Вот. Зеленый чай с жасмином, имбирный чай. Подожди, а пиво есть пиво? Вот это мужик, блядь. Вот это мужик. Вот это я понимаю, да. Вот это мужик, да. Вот это мужчина, ёба. Как будем прыщ? На лысо. Вот это мужик, да. Вот это мужчина, ёба. Вот это мужик, да. Вот это долбоёб. Да, карантин продлевать. А как без заработка жить? Не предлагаю, да? Как жить, да? Ну, а что делать? Надо адаптироваться просто, экономить надо. Вот я раньше в день 3 раза ел, да? Сейчас в 3 дня 1 раз ем. Да фигня это, я тоже конкретно экономлю, на воде вот, например. Вот я раньше как, мы по отдельности мылись, а я сейчас один в ванну захожу, в этой же воде потом жена моется, потом дети моются, потом еще теща заходит. Потом в этой же воде мы еще посуду моем. Нормально мы экономим, ты что? Не, братан, я тоже конкретно экономлю. Вот у меня, да, раньше в день 6 раз памперс дочки меняли. А сейчас мы в неделю один памперс меняем. Базару нет, первые 3 дня воняет, но потом привыкаешь. Да фигня это, я вообще конкретно экономлю. Вот мы туалетную бумагу, да, высушиваем, потом... Эй, даже не продолжай, ты че им? Так что, конкретно я экономлю, и то не хватает. Это че, похавать, дай похавать, да? Да нет, здесь вчера шоколад лежал просто, я хочу... Дай лизню, да? Не, братан, начинаем, завтра оставить. Дай лизню, да? Как же быть? Здесь до колен. Вон та дверь. Здравствуйте. Привет. Это за кальян. Кальян? Кальян? Ай кальяма. Че еще раз как? Кальян хочу сильно, сильно. Сейчас. Повыше поднять можешь? Нет, так палево. Скогнида. О, салам алейкум, братан, как дела? Братан, этот номер дай, помнишь, вот этот тип, который эти маски продавал же корейские? Ну. Сейчас, подожди. 8, ага. 707. Ага, 486. Ага. Понял. Все, понял, братан, записал. Че сам вообще, как в целом, бэр? Аман сен? Ага. Да тоже потихонечку, но... Че у тебя нового вообще там? А че потом этот, на выходные, че будем делать? Подумали что-нибудь? Нет? Ну там, походу, может, разберем. Ну все, понял, братан, он, да, на связи, ага, потом этот, созвонимся. Все, давай, братан, давай. Алло, братан, можешь продиктовать, да, еще раз номер, а? Короче, мы с пацанами решили выкатить в Копчегай, покататься на катерах, на скутерах и заняться экстримом. Я чувствую то, что я возьму эту волну. Может, это тебе что-то скажет, а? Свидетельство о заключении брака. Здесь написано, что мы супруги, а супружеские обязанности надо выполнять, поняла?
Миржан, я в книге прочитала, для крепких отношений 2 раза в неделю достаточно. Понятно? Не те книги, Дана, читаешь просто. Что попало, читаешь фантастику. Вот, Турибаев, Миржан, муж, Есеев, Дана, жена. Что еще надо? А, вот, вон, 8 написано. А, это дата регистрации, да? Тьфу ты, е-мое. Хотя бы 3, да? О, Маке! 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 Братан, остановись, ты че? Нифига у тебя машина блатная, братан. Дерзкий, а? Я же тоже, кстати, взял. Хуч, кто осы, братан? Хайда енді курстишь? Сот есть у тебя? Покажи. YouTube где? Вот, на НТВ. Вот. Да ты чё, это твоя машина? Базар нет. Белая, да? Да, белая. Красавчик, базар же. Кто осы? А там что, көріндік там? Көріндік? Көріндік, базар же. Вот. А как я их сниму? Вот машину покажешь, я их тебе сниму. Пока, давай сейчас. Кто он, кстати? Чёрт, жадный. О, Саке! Помнишь студенческие времена? Ага. Айгира такая, на курс младше, красотка такая вот эта. Ага. Экономфа. Да, да, да. У меня подруги еще были, она и вот такие, я, не я, все. Да, да, да. Такие еще сумочки у нее были коричневые, модные, да? Да, да, да. И вот как-то мы гуляли все на коттедже. Угу. Ты тоже там был, помнишь? Ну, на моем ушел, скорее всего. Или на юго-востоке. Точно не помню, но помню, что была синяя крыша была, черепица, по-моему, или андулин был. Ну не суть, ага. Во дворе баня была, точно. Мы тебе еще зимой, помнишь, снег бросили и сами закрылись. Такой, пацаны, а, холодно, запустим. Да, 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 мы да. Такие, нет, Сайла, не запустим у тебя. Что дальше? Прикольные были времена, конечно. Дальше-то что было? А, и вот у соседа рядом, помнишь, красная колдина, мы все выбежали, такие, ух ты, на двухлитровый, а казах, ты помнишь, блин, mm-hmm. Класс. Точно, это не Новый год, это вот январь, день рождения Мары. Он же козерог же, и поэтому же он такой катал немного с характером, такой. Эй, подожди, ты же про Егеру начал вроде рассказывать. Про Егеру? Блин, не помню. Эй, кичи. Ну, колдина реально классная была же, на титанках. Мальчишка! Подтянись-ка! Привет! Ты меня звал? Слышь, у тебя есть деньги? Деньги? Ну, слушай, ну, нет. А у тебя есть деньги? Да. Вот. Какая милота. А у тебя есть телефон? А, вот, есть. Боже мой, послушный, как взрослый котенок. А у тебя есть парацетамол? А, его нету. А давай вместе поищем. Без проблем. Садись. Уйбой! Уйбой! Вика, а что с ними? А, с этим, что ли? Ну, братан, у них эти... Токсичные отношения. А с ними что? А, эти. Это их друзья. Шандос. А. Может, расстанемся? Нет, тогда я что-нибудь с собой сделаю. Ладно.